Всем холо, джентльмены и милые дамы, с вами Гриша. Наконец-таки на публичном тестовом билде вышла новая глава, и мы с вами можем ее потестить. Сегодня мы поиграем за нового выжившего. Зовут ее Джейн Ромеро. Вы уже заметили, какой у нее большой бампер, и она первая толстушка в игре, так что я думаю, будет здорово и забавно за нее бегать. А вон, кстати, новый маньяк, которого зовут Чума, мы будем его ждать. Можем пощелкать этим фонариком, но это так. Не ради токсичности, а ради того, чтобы потестить. Угу. Было бы здорово, если бы она пошла за нами. Угу. А, друзья, эта серия выйдет исключительно за выжившего. За маньяка мы будем снимать отдельную серию. Я пока что пробовал поиграть, но мне, честно говоря, не заходит. Мне кажется, что маньяк не очень сильный. Ну, пишите, конечно же, сомнения. Кстати, меня могла ударить, но она решила поблевать. Ладно. Она, видимо, уже завела и ничего не могла сделать. Угу. Кстати, при соприкосновении с окном я не получаю отравления. Я думал, мне добавится немножко к нашему таймеру. Ой, господи, как же я глупо врезался. Но это хит. Фух, но у нас все равно сейчас, мы все равно будем с вами ранеными. В общем-то, я считаю этого маньяка не очень сильным, но рили от нее можно пробегать. Сколько я играл каток, бегаешь спокойно. Сколько я играл за нее, догонять сложно. Да, опять же, история как с Легионом. Ты можешь давать первый хит. Ну, вот с Легионом это сделать еще проще. Потому что ты можешь... Так, скидываем. Ты можешь просто на скорости с кинжала его дать. А здесь он дается немножко дольше, потому что тебе надо попадать отравление. Попадать там 1-2 раза. Ну, либо один зажав прямо выжившего. Поэтому вполне можно бегать от нее. Я думаю, с первых каток уже понятно, что маньяк не особо сильный. Ну, естественно, как обычно, с Белясом и с Нерсой мы даже не сравниваем. Она, по-моему, идет за нами. Черт. Ой, ой. Ох, ты жестко как. Нам просто повезло сейчас. Но она меня зафриковала, я не ожидал, что она будет так делать. Ладно, бежим дальше. Я почему-то не понимаю, не зачинен еще ни один генератор. Ну и, конечно... Нужно играть, наверное, за персонажа, который у вас прокачан, чтобы от нее бегать долго. Ведь это... Ну, ведь нужен, наверное, орех или спринт, нужен самохил, нужно еще что-нибудь. Так, ну что, пока бегаем нормально. Слушайте, ну они очень медленные чин-генераторы. Ой-ой-ой, что же она делает? Она куда-то пошла. Ой, зафейковала меня. Когда я играл за нее, я ловил быстрее, чем она меня поймала. Но при этом было зачинено на этот момент уже генератора 3. Так что первый стурбат ловишь, когда уже три генератора зачинены, если у тебя нет хекс-руина, конечно. Так что я думаю, нужно какой-то специальный билд под нее подбирать. Наверное, ярость духа, стойкий. Ну, как и на всех, в принципе, маньяков это заходит. Но два зачинили. Она нашла его в шкафу. Я понял. Кстати, у нас перс со шкафчиками, и хотелось бы его поюзать. Хеллоу. Хотелось бы поюзать этот перк, но... Уэ. Можно похилиться, а можно и не хилиться. Как угодно. Усиление ее я бы тоже не сказал, что прям сильное. Оно недолго действует, и все обычно стелсят в этот момент. Она сейчас его получит и будет нас уже хитовать. С... От этого яда мы будем получать урон. Слушайте, а почему-то она даже не стала брать. Я думал, она пошла брать и тоже совершил ошибку небольшую. Угу. Ну, уже почти набралось у нас опять отравление. А если она всего один раз вас отравит, то когда вы совершаете какие-либо действия, отравление просто прибавляется. Пойдем туда дальше. А, сейчас упадем. Не-не-не, должны добежать. Да-да-да-да-да. Хм, может здесь зайдет устойчивость? Так, пойдем побегаем. Она сейчас должна взять, наверное, фонтанчик. Что вот это делала Джейн? Она, по-моему, решила взять, нет? Окей, бежим на следующую доску. Но пока что мы нормально бегаем. И можно сказать, что это, ну, не знаю, пятая моя катка, может быть, против нее, или третья. Так что я думаю, если немножко натренироваться, если это будет карта, которую вы знаете, такая как ферма, мне кажется, на ферме она ни на что не способна. Я играл частенько на фермах, играл на где куча кукурузы и...
довольно сложно за нее играть, я могу сказать. Не то чтобы сложно, а просто ну, не имеет она такой силы, как Белиас или Женюрса. Так что я думаю, это очередной слабый мана. Это чисто мое мнение. Можете, конечно, поправить, написать в комментарии, что какой-нибудь стример там изи делает минус 4, я это уже слышал. Но пройдет время, и мы посмотрим точно с вами. Я не говорю на 100%, но мне кажется, что она не сильная. Просто первое впечатление. Ну, буквально за 2 часа игры. За Сурвай, за Маньяка. Но вы все равно, друзья, пишите свое мнение. Мне интересно, что вы думаете. Пишите свой игровой опыт. Как вы за нее играли, как играли против нее. Монтили ли вы 5 генераторов. Или за нее делали минус 4 в легкую. Пишите обязательно. О, смотрите-ка. Надо было... Я думал, она будет фейковать, надо было прыгать. В общем, вот. И подписывайтесь, конечно же, на канал. Приходите на стримы. Сегодня будет стрим. Будем ее тестить обязательно. Ставьте лайкосики, пишите свои комменты. Очень важно узнать мнение специалистов. Мнение игроков старых олдов. Те, кто новички, ну, я не знаю. Стоит ли вам, конечно, высказывать свое мнение по поводу игры. Но напишите все равно свой опыт. Так, давайте-ка отползем. Она нас не стала поднимать. В принципе, обычный ходячий маньяк, который тебя ранит хитом. А способность ее... Ну вот она, видите, ей плещет. О, кстати, далеко бьет, смотрите. Далеко бьет. Но дело в том, что когда ты ее заряжаешь, ты немножко замедляешься. И да-да-да, надо еще важно протестить ее аддоны. Какие аддоны у нее самые сильные, может, они довольно неплохие. Это важно. А когда ты... Взял фонтан за маньяка. Есть аддон на ускорение. Ты будешь быстро бегать с этой самой рвотой красной. Но надо еще кого-то найти, видите. Я думаю, для команды... Она берет. Сейчас посмотрим. Я думаю, команда из 4 человек со связью, для них никакого труда не состоит обыграть этого маньяка. Беляса обыграть гораздо будет сложнее. А вот ее, я думаю, что для команды это просто изи. О, смотрите, здесь простреливается как-то парамянно. Хм. Но у нее скорость-то не как у Анны, а гораздо быстрее. И зарядка примерно такая же. Слушайте, ну... Да то блевота летит медленнее. В общем, пока непонятно. Нужно тестить. Дадим ей недельку, а там уже посмотрим. Ну, Сурв классный. Сурв мне нравится. По крайней мере, ее сочный бампер хорош довольно. А я сейчас не добегу, думал, она может будет фейковать и закосячил. Нет, добегаем. По крайней мере, она уже уникальная, потому что она пухленькая. Таких еще не было. Она зачем-то облевывается. А, чтобы мы отравились. Да какая разница, мы и так ранены. Я говорю, это то же самое, что бегать легионом за... Ну толку, мы опять будем дальше бегать. Хоть в отраве, хоть без. В общем, нужно здесь, наверное. Слушайте, но это лучше легиона, потому что у нее скорость 4.6. У легиона скорость 4.4, и это просто было невероятно медленно. За нее хотя бы можно догнать просто вручную. Но это то же самое, с одной стороны, как траппер. Он вроде бы быстрый, но если есть большое количество досок и окон, он ничего не может сделать. Ну, если команда играет, команда, да. Побежали опять вот так. Ну, слушайте, ну нормально бегаем. В общем, друзья, прожимайте колокол. Я думаю, завтра, послезавтра вы... Ой-ой-ой, она хлещет кровью. Блин. Адреналин, погнали дальше. Я думаю, выйдет видео за маньяка уже. Я ее немножко прокачаю, наберу ей перков. И мы посмотрим, как за нее можно играть. Давайте попробуем дальше убежать. Ой, она хреначит кровью. Вот это здорово, вот это мне нравится. Пипец. Ну и жопень. Может быть, у нее какие-то аддоны на... То, что она быстрее бегает с кровью. Ну, слушайте. Когда она кровавая, в принципе, норм. Если бы она была изначально кровавой рвотой, то... Мне кажется, она была бы имбой, да, если бы она с нее вырубала. Но это длится недолго, и это надо, чтобы кто-то... Снимала траву. В общем, я думаю, много нюансов за нее будет в игре. Поэтому надо их всех потихонечку узнавать.
Ну что, снимут нас или нет? Они почему-то сидят, не хотят подходить. И непонятно. Вот соприкосновение с землей. Ведь это так не работает. Если она наблюет на землю, если пробежит по этому месту, он не отравится. Надо именно ей попасть, либо соприкосновение с предметами, досками, окнами, генераторами. Жесть, они меня спасли. Валим, валим ворота. Слушайте, у нее какой-то странный террор. Может быть, у нее перк, который отдает террор одержимости? Да-да-да, смотрите, у нее террор пропал. Хотя она была рядом. Мы набегаем, нормально все. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Посмотрели мы с вами новую выжившую. Она классная. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Приходите на стримы, нажимайте колокольчик. Ссылочка на группу ВКонтакте я оставлю в описании. Там всякие мемчики и всякая интересная инфа и анонсы стримов и видосов. Спасибо за просмотр. Пока-пока.